Всем привет! Сейчас покажу, как я вырастил и расскажу салат у себя дома. Вот у нас салат. Семена купил за рубль в магазине. Вот. Проращивал я его, накрывал. Все это дело в теплом месте. Даже на поверхности семечки оставил, все равно зашли. Прореживать его надо. Ну вот, можно в грунт посадить, еще лучше будет расти. Ну, вот такая красота. Красотища. Плюс еще земля хорошая. Вот. Сейчас попробую, что получилось. Ну да, ну вкусно. Не то, что в магазине. Без всякой химии. Кому понравилось, ставьте лайки. Вот и все.